В Барнауле назвали имена лауреатов премии в области науки и техники, а также премии имени Петра Столыпина. Почти 50 человек – инженеры, медики, экологи, физики, селекционеры – получили награду из рук губернатора края за научные и технические исследования. Среди работ алтайских изобретателей – новейшие средства пожаротушения, разработки в области агротехнологии, энергосбережения. Группа ученых из классического вуза была награждена за создание природного парка «Предгорье Алтая», который объединяет Смоленский, Алтайский и Солонежинский районы. Губернатор края Виктор Томенко поблагодарил исследователей за огромный вклад в научную жизнь региона. Делать так, чтобы научные кадры могли в полной мере выполнять свою работу и генерировать новые изобретения, создавать новые технологии – это, пожалуй, один из важнейших ресурсов развития любой территории, любой точки нашей страны. Несколько человек получили премию имени Петра Столыпина. Ее присуждают за вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий Алтайского края. Среди награжденных – учитель математики, спортивный тренер, машинист-тракторист. На сегодняшний день этой премии в регионе удостоен 31 лауреат.